Всем поклонникам белорусского футбола огромный привет. Мы находимся в Минске на стадионе «Трактор», где сегодня состоится стартовый матч 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Матч между Минским «Торпедо» и футбольным клубом «Неман Гродно». 78-й Максим Яблонский. Запасные Максим Шишлов, голкипер 35-й номер, 5-й Роман Вегеря, 7-й Артем Концевой, 15-й Яник Джен. Вот Амело. Что сделает Дмитрий? Переводит в центр. Удар по воротам. Ну вот первый действительно такой. Удар по воротам, но мяч летит выше перекладины. Ну вот Неман со счетом 0-3 с Городей. А что здесь? Что здесь? 11-метровый ставит Дмитрий Дмитриев. Вот, собственно, и повтор. Ну, честно говоря, на усмотрение, наверное, арбитра. Такой небольшой замах. Удар по воротам. Счет матча открыт. 0-1. Валерий Жуковский выводит свою команду вперед. Ну, вообще, неплохо сыграл Артем Леонов. Дотянулся он до мяча, но, однако, выручить свою команду не удалось. Ну вот, 0-1. Смотрим повтор этого пенальти. Ну, обиднейший, конечно, мяч для Артема Леонова. В принципе, мог спасти свою команду. Пробовать пробить. Отличную передачу делает Гульжигит. Удар по воротам 0-2. А вот и Глеб Рассадкин. Вот и его первый мяч в этом сезоне. Как классно, отметим шикарную просто передачу Гульжигита Алыкулова. Ну и не менее классный удар головой в исполнении Глеба Рассадкина. Ну а во втором этаже Глеб действительно умеет играть. И счет становится 0-2. Вот так, достаточно легко. Ну а вот смотрим, шикарная передача пяткой Гульжигита Алыкулова. Действительно, очень классный и техничный футболист, на которого уже обратили внимание и боссы национальной сборной Гульжигит Алыкулов. Воспитанники как раз таки Немана. Смотрим, что сейчас получится у гродненчан. Остается мяч у немцев. Удар по воротам 0-3. Ну вот. Очередной удар по воротам именинника сегодняшнего. И шикарный мяч забивает 24-й номер Андрей Якимов. 0-3 становится счет, и это, я вам напомню, только первый тайм поединка. Очень скудно выглядит атака минских торпедовцев. Алыкулов. Что на этот раз сделает Гульжигит? Врывается в штрафную. Ну вот не боится этот футболист идти. Ну, однозначно нужно исправлять ситуацию торпедовцам, но как они это будут делать? Большущий вопрос. Фаджа, но пока не так уж часто мы его видели в деле. Его арица 21-летнего. Удар по воротам, а вот Неман даже отличится там забитым мячом. Вот даже так. Что сейчас смогут организовать автозаводцы? Можно было попробовать пробить, но все-таки перевод был на Тамела стороны Батищева. Ну и в конечном итоге эту передачу блокировали защитники гродненской команды. Перевод на Куаджа. Тамела мы видим справа. Что будет делать Седрик? Ну, решился на удар.